Депутаты Казахстана и Венесуэлы будут активнее развивать межпарламентское сотрудничество. Об этом сегодня договорились спикер Мажилиса Кабибулла Джакупов и посол Венесуэлы по совместительству в Казахстане Аминатеп Замбрано Контрарес. Поздравив дипломата с назначением, депутат рассказал ему о выборах и деятельности Мажилиса, акцентировав особое внимание на работе парламентариев по законодательной поддержке 5 институциональных реформ Нурсултана Назарбаева. Посол, в свою очередь, выразил заинтересованность в законодательском опыте нашей страны, а также пригласил казахстанских депутатов в качестве наблюдателей на парламентские выборы, которые состоятся в Венесуэле в этом году.